Доброе утро, мои дорогие. Доброе субботнее утро. Ну что же, сегодня я проснулась совсем другим настроением. У меня желание снимать, работать. И прям я вот с 6 утра уже тут понаделала. Я уже смонтировала 3 видео. Доснимала, смонтировала. Прям есть желание работать. Так, во-первых, пока я не забыла. Помните, да, я тут серьги выгуливала. Ну что, девочки, это вот Лариса мне присылала, Артамонова. Несколько наборов вот такой бижутерии с Алиэкспресса. Девочки, вам, наверное, не видно. Ну, в общем, короче говоря, 2 раза я их одела. Ну что, вот доехать до Черноморска и назад. И вот, не знаю, видно вам, не видно, вот эти просто превратились черти во что. Они потемнели. И сами колечки. Единственное, что осталось хорошего, это швензы. Ну, имитация жемчуга с ракушками. Так что я с продажи, что я делала из этого материала, убираю. Не знаю, что делать. Может быть, попробовать их краской золотой покрасить. Ну, просто это вот... Эта камера просто не передает. Я сейчас собираюсь на почту ехать. Достала их, думаю, сейчас одену. Смотрю, мам, дорогая. Ну, вот по сравнению со швензами видно, что они темные стали, а были одинаковые. Очень жаль. Очень жаль. А там такие звезды крупные. Я хотела из них делать украшения. А теперь боюсь. Просто боюсь. Наконец-то дошли руки переделать Оксане вот это украшение. Это был сатуар. Тоже я его делала ей когда-то. Это натуральный жемчуг. Он 1,60 м с лишним длиной. Но у нее много сатуаров, и ей захотелось сделать, я не знаю, как это называется, такое колье. В общем, короче, несколько там, допустим, 5 рядов окончания, ну, вот конец их, значит, спрятать в шапочку. И впереди будет вот пышно. Вот такие у меня есть шапочки. Они хорошего очень качества. Они вот глубокие такие, что можно туда несколько рядов воткнуть. Но вот не знаю, как они будут на теле смотреться. Уж очень они вот тут широкие. Ну ладно, буду пробовать, короче говоря. Вот, что еще хотела вам сказать? Что хотела сказать? Саша сейчас звонила, она в аэропорту, летит в Мурманск. Во-первых, спасибо, мои дорогие, за комментарии к ее видео. Она очень переживала. Очень волновалась, как воспримут ее манеру говорить, скажем так. Ну, я ей говорю, видишь, как все хорошо. Спасибо, девочки мои дорогие, спасибо. Вот прям поклон до земли. Спасибо. Я ее тоже все время стараюсь поддерживать, но это уже такой комплекс выработался. Тяжело ей общаться с людьми, а уж видео снимать тем более. Но я ее прям специально прошу. Снимай, Саш, снимай. Снимай. Я ей так и говорю. Вот снимай, девочкам покажем. Сними мне ночь мурманскую летнюю. Поснимай вот, что тебе там понравится. Поснимай. Ну, надо же как-то бороться. Это лечились-лечились, не вылечивается. Так надо жить же как-то с этим. Ну, я говорю, что ж, так будешь всю жизнь людей бояться?
боятся разговаривать с людьми. Но сейчас ей выписали лекарства другие, и она прям стала лучше говорить. Вот, так что посмотрим, что она, видео какие будет присылать, или потом она смонтирует целиком, я не знаю. Вот, но, в общем, я ее прошу, снимай. Вот, ну, а сейчас буду собираться, мне надо на почту съездить. Позвоню Толику, пусть везет меня. Мои мне еще не звонили. Ну, конечно, пока приехали, вчера вот, пока отдохнули, пока работа, то да сё. А сегодня, наверное, поедут на участок. Строительство-то надо продолжать. Вот. А сегодня ко мне Миша должен приехать. Надо сейчас ему позвонить. Приедут они или нет? А то я уеду на почту, а они приедут. Вот, Саша моя уже в аэропорту. В Мурманск вылетает. Ты читала там комментарии, тебе девочки-то писали? Да, 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 я смотрю. Вот, так что все хорошо. Я сейчас еще снимаю, да. Поэтому видео еще буду. Снимай. Снимай. Ну давай, счастливого тебе полета. Ты мне звякни, как сядешь, ладно? Угу, да ладно, давай. Ну кепку у тебя, конечно, ой-ой-ой. Из Англии вчера прислали. Передай Ричарду привет. Хорошо, хорошо. Ну давай, Сашуль, давай, лети. Давай. Давай. Мягкой посадки тебе, давай. Спасибо. Целую тебя, давай, пока-пока. Давай, пока. Пока. На какие только ухищрения не приходится. Видите? Покрасила. Ну, вот видно, да? Видно? Вот какая-то сторона темная, вот это светлое стало. Ну, цепочку надо менять. Да. Сейчас еще с другой стороны покрашу. Я же вот... Ой, ой, мои хорошие. Что за человек? Не могу. Все, пошла, значит, в душ сходила. Все, собираюсь. Ага, попались на глаза. Серьги пошла красить. Потом, значит, тут же переключилась на другое. И поэтому я долго собираюсь. Это, ну, кошмар какой-то. Ой. Сегодня посмотрела, сколько у меня еще не сделанных шарфов. Ну, в этом году что-то у меня шарфы не пошли. Ну, я понимаю, что это я сама виновата, потому что они у меня были здесь. Я приехала только 7 мая. Обычно у меня девочки раньше их покупают. Сама лоханулась, конечно. Но прям не знаю, что делать. Делать мне остальные или нет, девчонки. У меня еще штук 20, наверное, не сделанных. Или выбрать, что ли, самые красивые сделать, а остальные оставить. Пусть пока полежат. Прям не знаю. Руки опускаются, когда вот так вот. Ну, что сделать? Сейчас такое время. Я прекрасно понимаю, что людям, может быть, и не до украшательства себя. Ну, ладно, будем оптимистами, будем надеяться на хорошее, другого ничего не остается.
Розы опять подцветали, надо обрезать. Ой, ничего я не успеваю. Субботняя движуха. Мужик просто черный, загорелый. На улице, видно, работает. На свежем воздухе. Ну, где этот человек-ракета? Прям сейчас выезжаю. Толик. Сейчас звонила Мише. Приедут они. Так что будет к вечеру весело. У меня сегодня бирюзовое настроение. Давно не вынимала браслеты и кольца, но все-то не стала одевать, одно дело. Едет. Привет. Привет. Нарядный мужчина. А что такой серьезный? Нормально. Ой. А что я нарядный? Я такой есть. Ну что ты мне показался нарядный сегодня? Так, ну что, я на почту сходила, отправила две бандерольки в Белгород Татьяне и Ларисе Артамоновой. Вот, а сейчас меня Толик высадил около магазинчика за сигаретами, а сам повез жену домой. Люся, у нас тут магазин есть. Жена была на рынке, позвонила ему и говорит: я спущусь к Люсе, ты меня забери. Вот сейчас отвезет ее, а он тут недалеко живет, только у него очень дорога плохая. И заберет меня и отвезет домой. Ой. Пойду своими делами заниматься. Вот, а это Люся. Она находится. Сейчас покажу вам, где. Вон пуд. Через дорогу. Вон там. Сейчас выйду вот сюда, он меня и заберет, поедет назад. Жарко сегодня. Ну а что, оно и обещали, 30, да 30. Как там Саша моя долетит, господи. Вот говорю, сама не боюсь, а когда мои кто-то летают, прям вся... Вот он, прилетел. Еду прямо. Ну, левой стороной разминулся. Если пропустить, я должен объехать с правой стороны. Ну, понятно. Я думаю, что-то ты левака дал. И она стоит все равно. Ну, есть же свободное время, место есть. Ой, ну, слава богу, Саша прилетела. Села в автобус. 20 градусов. Говорит: мам, слушай, а тут прям лето. Да, в Мурманске бывает, что и может плюс 7 быть чуть не все лето. А в этом году тоже жарко. Так уже грибы пошли уже больше недели. Тепло, да еще дождички. Прям красота. Для Мурманска это очень. Мурманске плюс 25 – это уже тяжеловато. Людям с сердцем, с
со всякими болезнями, потому что недостаток кислорода. Вот. Ну ладно, слава богу, а то я сижу как на иголках. Думаю уже, когда прилетит. Все, прилетело. А сейчас я вас удивлю. А может и не удивлю, но я очень удивилась. Пока я сидела, промазывала цементом вот эту штуку, меня укусили несколько раз за ноги. Думаю, батюшки, кто меня кусает? Комары, что ли? Смотрю, девчонки, а это мухи. Мухи уже кусаются. Это что? Осень, что ли? Ну, блин, кошмар какой-то. То от комаров одеваешься. Сегодня вроде комары не кусаются днем. Не видно их даже. На улице 31 в тени. Так мухи кусаются. Да твою ж мать, а! Так и норовят все тебя сожрать. Ну, правда, ну что это? О, солнце светит, и дождик пошел. Такой кап-кап. А вон там какое-то облако пришло. Костя не доложил, плитку-то не успел. Вон, видите, накапало. Дождик. Асфальт горячий. Я тут голыми ногами вышла на плитку, на эту. Он раскаленный. Что это сейчас? Дождик, эти капли в момент испарятся, да и все. Я холодильник мою потихоньку по полочке. Ну что, опять гроза громыхает, опять дождичек. Ой, ну и лето в Крыму. Ой, боже ж ты мой, а. И уже по прогнозу опять дожди. Ох ты! Молния-то какая! Что делается? Не, ну, девчонки, на самом деле, аж смешно. Везде жарища такая. А у нас день, два, ну, три от силы. И опять дожди. Я вот еще как-то... Не было такого лета тут в Крыму. За 7 лет. Дождик такой редкий, а крупный. Вон, видите, он там на заборе такие шлепки. А там солнышко. Так, все сильнее и сильнее. Так, а у меня что тут? А ничего. Соль сохнет. Она вся размокла от влаги. Я ее поставила посушить. Вовремя. Ой. 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 Так, надо убирать все. Так, все, побежала я. Как хорошо сынок доделал крышу. Теперь хоть можно спокойно жить в этом отношении. И Миш что-то не звонит. Едут они, не едут. У меня там мешок с землей открытый.
Ну, не закрыла. Ну, ладно, ничего ж ей не сделается. Ну, намокнет, потом высохнет. Ну, вот так вот, короче говоря. Все, свет вырубили. Интернет закончился. Так, ну ладно, я переделываю Оксане. Пока свет не нужен. Вот видите, собрала их. Сколько у меня получилось? Шесть рядов. Собрала вот в такую шапочку. Сейчас с другой стороны соберу. Оксаночка, если тебе увидишь, не понравится, ты мне сразу позвони. Переделать недолго. Ну, я сделаю, покажу. Сейчас звоню Мишане. Говорю, ну что вы где? Он говорит, мы к Евпатории подъезжаем. Я говорю, Миша, а у нас гроза, дождик и свет выключили. Он говорит, да ладно. Ну ладно, говорит, мы сейчас пока тут искупаемся. К вечеру подъедем. Вот так вот. Ну да, камеру надо было протереть. Ой, ну ладно, слава богу, уходит. Вон какие облака-то красивые. Надо вот эту мне ерунду снять. Уже сколько лет она у меня висит, вся пообрывалась, а я никак не залезу, не сниму. Дали свет, и работа закипела. Сейчас котлет наделаю. Главное, уже все убрала с летней кухни. Думаю, я не буду тут. А что, ребята приезжают, опять надо все тащить, тарелки и все на свете. Машину хлопнула, наверное, приехали. Ха-ха! Здравствуйте, товарищи! Ой, ой! Здравствуйте! Здравствуйте! Заходите! Вас пока дождешься? Да. Дельфина оккупировали, девчонки.